грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, слава Тебе, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущего дали живого. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущего дали живого. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву сущего дали живого. Слава Отцу и Сыну и Святому ныне присни во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка. Прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имя Твоему ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу Святому Духу и ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам каждый день. И прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Бо Твое Царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Восстав после сна мы преподаем Твоим стопам благи, ангельскую песнь возглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты Бог. Молитву Богородице помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси от сна Ты поднял меня, Господи, умой, просвети сердце, открой устами, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты Боже, молитву Богородице помилуй нас. Ныне всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно полез судья, дневная карта обнаружится, так со страхом воскликнуть в полночь. Свят, свят, свят Ты Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Подстав после сна благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогнелся на мне ленивый и грешного, и не прекратил жизнь мою среди законов, и показал обычное Твое человеколюбие, возлюбленное лежащее без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою, чтобы мне поучаствовать Слову Твоему, разуметь заповеди Твои, прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Наших, как потоки на полдень,
Слящиеся слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда, как возлюбленному своему, он дает сон. Вот наследие от Господа. Дети, награда от него плод, чрево. Что стрела в руке сильного, то сыновья молодые. Уважен человек, который наполнил ими колчан свой. Да останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сыновей у сыновей твоих, мирно Израиля. Много теснили меня от юности моей, да скажут Израиль, много теснили меня от юности моей, но не одолели меня на хребте моем Аране, Аратае, проводили длинные бороды свои. Но Господь правил, Он рассек уже нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, дадут как трава на кровле, которая прежде нежели будет исторгнута, высыхает, которого женец не наполнит руки своей и вяжущий сынопы, гости свои, и проходящие мимо не скажут, благословение Господне вас, благословляем вас именем Господним. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, воспалить Святое имя Твоего Отца и Сына, и Святого Духа ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Гласа сна преподаем Твоим стопам благ и ангельскую песню, приглашаем Тебе сильный свят, 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 Боже. По молитвам Богородицы помилуй. На хвостах сна я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть по греховной смерти, но сжайся надо мной, добровольно распявшись. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна начну опасливый, ясный и грешный день Христе Божий, спаси меня. Владыка человеколюбчий, став после сна, я спешу к Тебе. Милосердие Твоему принимается, угодно Тебе дела, я молюсь Тебе. Помоги мне всегда во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольства, искушения. И спаси меня, и введи в царство Твое вечное, но Ты мой Творец, всякого блага, источник и подарок. На Тебя вся моя надежда, и Тебя прославляю теперь всегда, и веки вечные. Аминь. Господи, сохранивший по обилии своей благости, великому своему милосердию, рабатому в прошедшее время этой ночи, разивший всякое нападение дьявола, Ты сам, Владыка всего мира, достой меня при свете Твоей истины. С просвещенным сердцем исполнять волю Твою и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил, бесплотный, всякая плоть, но все-таки небесных живущих, озирающий до земли,
наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведущий тайны человеческие, безначальный вечный себе, который не имеет изменений в силе, и не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания твоего, приносим из нечистых уст и прости на прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, сознательно или несознательно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и дай нам с бодрствующим сердцем, отрезанной мыслью, прожить всю наждешнюю жизнь, ожидая наступления свежего и славного дня второго пришествия и народа Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу и каждому по делам Его, идет у нас не лежащим, не сонным, не бодрствующим, поднявшимся среди исполнения заповеди Его и готовыми войти с Него радость и божественный чертог славы Его, где непрестанно голоса торжествующих, невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, посвящающий весь мир, и Тебя воспевают все творения во веки вечные. Аминь. Я благословен Всевышний Бог, и Господь милости, творящего с нами всегда великие, непостижимые, славные же и ужасные дела, которые мне числа, подавшего нам слом для облегчения немощи нашей и для отдыха от трудов много удрученных вот. Благодарим Тебя за то, что не погубил нас беззаконными нашими, но проявил, как обычно, человеколюбие и воздвиг нас, лежащих в нечувствии, чтобы славословить державу Твою, поэтому молим безмерно Твою благо. Просвети наши мысли, очи и ум наши тяжкого основенности восстать. Открой наши уста, исполни их хвалой Тебе, чтобы мы могли непоколебимо петь и исповедовать Тебя во всем. И от всех прославляемого Бога, безначального Отца, Спинорога Твоим Сыном, и все святыми, благими, нетворящим Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычица, молю Тебя, мы исполни благодать, наставь меня идти прямо путем престола и заповедь. Бодрствовать в пении припев, гоняя сон и ныне, связанного сетями грехопадения, мольбами Твоими разреши, Бог Небесный. Ночью и днем сохраняй меня, избавляя от противоборствующих мне врагов. Жизнодателя Бога родившая, оживи меня, душу мою ослепшую просвети. О, дивный чертог Владыки, храмом Духа Святого соделай меня. Врача родившая, уврачуй души мои многолетние страсти. Вами ложи крестными бурями, по пути покаяния направь. Избавь меня от огня вечного и червя злого и тартара, чтобы мне, повинному во многих грехах, не оказаться на радость бесов. Новым соделай меня от грешавшего, от нечувственных согрешений и непорочных. Непричастный всех мук и меня, и владыку всех умолит. Достигнут мне небесного веселья со всеми святыми сподобь. Пресвятая Дева, услышь голос непотребного раба твоего. Дай мне струи слез причистой, души мои скверно очищающие, стенание сердца приношу тебе непрестанно, усердствие владычества. Молебную службу мою прими, и Богу благоутробную принеси, превыше всех ангелов, превыше земного состава содел меня, светоносный покров небесный. Возожги духовную благодать во мне, воздевая руки и уста для похвалы, оскверненные скверны все непорочные, отрастлевающие душу злые дела, избавь меня. Христа усердно умоляю, которому честь и поклонение подобает ныне всегда и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, Господь Иисус Христос, по своей многой любви сошел на землю и воплотился,
чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, только не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие в щедротах и неизреченные в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой Создатель, вера же вместо дел да уменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правящих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится за слово, что отторг меня от Твоих рук и ограбил, но я не хочу спасти меня, я не хочу Христос мой спаситель. Поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очел Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбила когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде, потрудился сатане прельщающему. А особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу несчастную жизнь, не оставь меня грешным. И не оступит меня за невоздержание ее, не дай возможности злому демону подчинить меня себе, преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко, несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми, всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные лукавые, умные помыслы закаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всяких злодеяний. Ибо Тебя благословляю все роды, и Пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас недостойных рабов Твоих, усердность и моими, и прости нам все согрешения наши. Помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздай им по делам, но по великой Твоей милости обрати их. Неверных правоверий в благочестии, верных, чтобы уклонились от зла и Твоей добро. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от всякого злого обстоятельства милости избавь. Отечество наше от лютых безбожников и от власти их освободи. Верных же рабов Твоих, скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, мои болезненные, Бог его слышит. Много милостивый Бог наш, изведи изъяснение жизни, подай мир и тишину, любовь, утверждение, и скоро примирение людям Твоим, которых Ты чистую Твою кровью искупил, но и отступившим от Тебя, и Тебя не ищущим, будь явным, чтобы ни один из них не погиб. Но чтобы им всем спастись и в разум истины прийти, чтобы все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославляли пречестное имя Твое, и преводушное незлобивое Господи, во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, и думаю, усердно к вам убегаю, как
скорым помощником, работником, поддержкой нашей. Богородица, Дева Радуса, благодатное время, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ты родила Спасителя, Душу нашу. Спаси, Господи, людей твоих, благослови достояние твое, дай победу над бесами православных христиан, и крестом твоим сохраняй твой народ. Вспомни, Господи, Иисусе Христе Божий наш, от века бывший Твоей милости и проявленное Тобой сострадание, по которым Ты вочеловечился, и изволил претерпеть распятие и смерть ради спасения истинно верующих в Тебя. Ты воскрес из мертвых, вознесся на небеса, и сидишь по правую сторону Бога Отца, с любовью склонившись к смиренным молитвам, призывающих Тебя всем сердцем. Склони ухо Твое и услышь смиренную молитву мою, недостойного раба Твоего, приносящего Тебе ее как благоуханную духовную жертву за всех Твоих людей. Прежде всего вспомни Твою святую соборную апостольскую церковь, которую Ты искупил своей драгоценной кровью. Утверди ее, укрепи, расширь, увеличь, умиротвори и непобедимую для сил ада навеки сохрани. Утиши церковные разногласия, угаси языческие гонения, возникновение ереси, быстро расстрой, искорени силой Святого Твоего Духа, уничтожай. Водвори в российской стране мира благочестия, лови сердца правителей мирные, добрые намерения, Святой Твоей Церкви. И для народа Твоего, чтобы мы среди их забот жили тихой, спокойной жизнью, в истинной вере во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, помилуй. Страну нашу российскую православных людей в России не в отрезке находящихся. А обрати страну этой власти, Господи, помимо святейших восточных патриархов, православных митрополитов, архиепископов и епископов православных, братьев наших священников, священно-монахов, и весь церковный притч, который ты поставил, прости словесное твое старое, по их молитвам спаси, помилуй меня грешного. Спаси, Господи, и помилуй моего духовного отца, святые ему молитвы, прости мои согрешения, спаси, Господи, и помилуй всех верующих в Тебя, приведи к покаянию неверующих, родителей наших братьев, сестер, родных и всех близких нам людей по плоти из рода нашего и друзей. И даруй всем верующим твои земные небесные блага, а не верующим все то, что приведет их к покаянию. Спаси, Господи, помилуй старых, юных, сирот, вдов, находящихся в болезнях, печалях, бедах, скорбях, напастях, темницах, заточениях, особенно же рабов твоих преследуемых за тебя за веру православную, не знающими тебя безбожниками, еретиками и отступниками. Всех им вспомни, посети, укрепи, утешь, и даруй им силою Твоею скорое облегчение, освобождение и избавление. Спаси, Господи, посланных послужить, путешествующего брата Виктора, возврати в мире отцов и братьев наших, и всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обижающих, и нападающих на меня, и не погубив из-за меня грешного, отступивших от православной веры, ослепленных погибельными ересями. Просвети светом богопознания, присоедини Твоей святой соборной и апостольской церкви. Вспомни, Господи, переселившихся из этой жизни благочестивых царей, цариц, святейших, патриархов, пресвященных митрополитов, архиепископов и епископов, а также послуживших Тебе в священническом монашеском чине, упокоить со святыми Твоими вечных Твоих селениях. Вспомни, Господи, души скончавшихся рабов Твоих родителей и всех родных по плоти, прости все их согрешения, если возможно, вольные и невольные. Даруй им царское участие в наслаждении вечными благами Твоими и бесконечной Твоей блаженной жизни. Вспомни, Господи, скончавшихся с надеждой, воскресением и жизнь вечную отцов, братьев и сестер наших, и всех православных христиан, и вселись со святыми Твоими туда,
где сияет свет лица Твоего, а нас помилуй, как благого человека любимый. Аминь. Дай, Господи, прощение грехов всем прежде умершим с верой и надеждой, воскресение и жизнь вечную, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Боже, милости, будь ко мне грешным. Сотворивши меня, Господи, помилуй меня. Без числа согрешил, Господи, прости и помилуй меня грешного. Святися, святися, новый Иерусалим, слава Богу Господню, на тебе воссия. Ликуй, милуйся, выси сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, силой честна нижеопалящего креста Твоего, и святого ангела моего хранителя, и всех радость святых, помилуй, спаси меня грешного, так как ты благ, человека любишь. Христос воскрес, на тихонечку вам слово. Мы маленько тут надо изменить. Сейчас будем 100 поклонов, а потом только буду считать, что... Хорошо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути Христе Боже наш. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому даруй жилье и Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Спаси, Господи, помилуй Отца, Духовного Родителя, Сродника, Благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священа Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Василия, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, весь священнический и начистский чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинство их, наведи страх твой на них.
И через них, Господи, сотвори благое церкви Твое, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Научи нас ценить то, что есть сегодня у нас. Благодарю Тебя, Господи, жизнь продлил нашу и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего, Господи, пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. Воззри на врагов, утиши их гнев, закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумие. И примири их с нами, если угодно, воле Твоей святой. Благослови благодетелей наших Елену, Евгения, Евгения, Наталья. Посети болящих. Облегчи их страдания и даруй им здравие и исцеление. Сергея, Алексея, Александра, Александра, Полину, Анну, Анне, Владимира, Игоря, Антонина, Халифа. Избави, Господи, от пьянства Михаила, Павла, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога на святые пророки Божии. Пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаир. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей. Все святые. Молите Бога о нас, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанной Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марину, Татьяну. Путешествующих, хоровистов, отступников, Николая, Михаила и всех, найди их, Господи. Обрати наше сокровище, сайт и форум, что и сохрани для многих людей, трудящихся игр. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Светлана, Эдуарда, помогающих нам. Аллилуйя. Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн, святые апостолы, Петр и Павел. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Дабы никто не отрекся, Господи, от Тебя, не принял начертание зверя Антихрист. Анфиму, Вениамину, дай верным старший родитель, заложен воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шелхоцкий, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескела Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание.
целомудрия и стыдливости, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, 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 Светланы, Марии, Раис, Ларисы, Марины, Елены, Галины и Анны. И прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Боже, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскресе. Так, мы сегодня закончим тему о Святой Библии. Это все у нас относится к молитве. Молитвы составляются и по сегодняшний день. Их много. Молитвы на начало труда, на окончание, на роженицу, на все. На опасности, на болезни. Молитв составлено много, акафистов и то более 500 акафистов, а просто молиться. И вот считаем их в Библии. В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же воспоминания о Господе. Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил наши сердца огражденными и вооруженными. То есть это не просто пришел в храм, отстоял и ушел. Это говорит Киприан Карпагенский, мученик, умерший за Христа, казненный. Кавычки открываем. Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление. «Придите ко мне и получите помилование». Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой им милостью, то бесполезно для них считать это поведение. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание, подобная грамота Бога людям, в которой повелевает он любящим его, молящимся ему с преданностью, принять из Божественной его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы. И он остается виновным, ибо не хочет принять от Царя Небесного даруемого блага духовной жизни, без которой невозможно быть причастным бессмертной жизни. Макарий Египетский, это его слова. Далее. Надо заботливо соблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить и Господа Спасителя. Иоанн Касьян. Кавычки. Желающие понимать Священное Писание должен заниматься не столько чтением толкования, сколько ощущением сердца от пороков. И не будет нужды в толкованиях, как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чистые и нет тьмы. Иоанн Касьян. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к Священному Писанию. А всего житий 1173. Когда они выучили псалтырь наизусть, как написано, это Евдокия, Шушаника, Геннадий Патриарх, Симеон Дивногорец, Иоанникий Великий. У блаженного Августина переворот произошел в душе от чтения Священного Писания. Праведно изучали его день и ночь.
Во времена же Дмитрия Ростовского мало кто имел Библию. И не с тех ли мест и времен вошло в поговорку, что если кто прочитает Библию до конца, то обязательно сойдет с ума. Святого Иеронима до обращения коробил язык пророков, казавшийся ему грубым в сравнении с изящностью греческих мыслителей. Так величайший безбожник и хулитель истины Вольтер говорил, что через 100 лет Библия будет позабытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти разве что в кладовых и археологических музеях, как свидетельство глупости более ранних поколений. Но через 100 лет на месте произнесения этих пророческих в кавычки слов находился склад британского библейского общества, издаваемая сотнями миллионов экземпляров Библии, и сегодня является поистине бестселлером и суперкнигой. Почему Иоанн Златоуст говорит, дом, в котором есть Библия, делается недоступным для дьявола? Не просто книга лежит, а когда живут по ней. И сегодня, если все поставить во свете Библии, рассматривать, даже не меняя, от нас это не зависит, вот канонизируют, а анафеме предают. А 1 Коринфянам 4:5 говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь, а Он еще не пришел, и осветит сокрытое во мраке, а Он еще не осветил, и тогда, не сегодня, тогда будет похвала Ему от Бога. Тогда. А тут заранее решают, собираются, и вот чего ради канонизируют поступки людей. Не просто человек, это не отвлеченное понятие. Когда там все абсолютно не по Слову Божию. Все. Вот как-то заговорили, и сразу, если ты Слово Божие соблюдаешь и точно, а это Каиафа, это Анна, первосвященники, они знали Писание, Христа распяли. Ну и что, что они знали и распяли? Ну а вот, что вот-то? Что знаешь, это плохо? Господь говорит, как считаете, и стал доказывать из закона пророков и псалтыри. То есть найти подобие везде можно, что угодно можно найти. Какое бы событие ты ни делал и не совершал через себя Господь, всегда можно найти антипод этому событию. Допустим, ты веревку имеешь, ведешь барана на водопой или вала, а веревка Иуда повесился на веревке. Ну, а какое отношение Иуда имеет? А на веревке повесился. Ну, то есть, дурь. Поэтому не надо ни на что обращать внимание. Если ты верующий и занялся спасением души своей серьезно, то только по Слову Божию смотри. Если написано, что мерзость перед Богом – женская одежда, когда мужчина носит которую одежду, и на мужчине женская – Второзаконие 22.5. Тогда не надо никак одобрять то, что делала Ксения Петербургская, юродивая. Мужа у нее убили на фронте, полковник был, она любила его. Это все объяснимо. Но далее-то что делается? Она его шинель достает и надевает, и переодевается. Мало того, имя свое Ксения перестает звать, и говорит, меня звать Андрей. То реинкарнация, самый настоящий буддизм. Это все свято теперь. Ну как? Может быть свято, когда мерзость. Мерзость не может быть святой. А ничего не чувствует. Потому что это у нас принято было так. Да мало что принято, противостань. За истину Господню голову положи. Любую дурь заметят в храме, все одобряют. И поэтому у нас никогда ничего и не будет к совершенству подвигаться. Ты заметил не так, ну ты подойди да и скажи священнику, не побойся. Евангелие считают спиной к народу. Почему? Евангелие написано, послание написано для людей. Еще он в дальний конец алтаря зашел, а оттуда спиной стоит. Вот второй замок. Третий. Считает, не просто считает, а речитативом. Или че Бог и бисто. Ну, ни одного слова непонятно-то. Скажи, вот у нас батюшка, у нас маленький храм-то тут. Я то и говорю, ты обязательно выходи. И батюшка выходит, хотя бы полшага из алтаря. У нас идти-то некуда, перед ним люди стоят. Он шаг шагнет, кого-то надо сдвигать. Да и не на родном языке, а на церковно-китайском считается-то. Ведь не понимают ничего люди-то.
Ну, подойди раз, другой скажи. А они все равно попы не понимают. Я знаю это, но говори. Скажи, стоят люди, вот новые, не понимают. Сергей Попков, слышишь или нет? Он ушел, наверное. Тут такое дело еще. Вот. Микрофон отключен был. Ага, тут такое дело. Вот ты видел, где выступают там, ну, разное, открытым, там, ну, разное называют, прямой эфир. И у них микрофончик маленький около рта, прицепленный, беленький, такой дугой где-то. Ты вот говоришь, очень далеко микрофон. Хотя и говоришь, что разницы нет. Нет, большая разница. Зачем бы они все приближали на расстояние 3 сантиметра к рту? И поэтому слышишь, ты говоришь, многие звуки, ну, сливаются. Не потому, что я глухой, а потому, что действительно, я когда слушаю этих, все понимаю, до одного слова понимаю. Здесь нет, даже знакомые молитвы, четче произносить окончание. Ну, просто смотреть, где. Вот, светися, светися, я объяснял, светися, светися, Новый Иерусалим, с земным поклоном в домашней молитве. Правила канона. Это мы смотрим у Симеона Солунского, те, которые знали. Новая скрижаль – это целая книга. Книга. А почему? Стройно с восклицанием. Царица Савская, когда пришла к Соломону, она удивилась всему. И какой порядок у него за столом. А у нас какой порядок-то? Еще бы она шла. Потому что мудрость, она абсолютно во всем. И как мы встаем, и как ложимся. Об этом и говорится. Ложусь я, сплю ли, ты знаешь. Ты знаешь меня, Господи. И поэтому вот эти маленькие пометки я делаю. Учесть нужно. Вот я в прошлый раз сказал, ты не обратил внимания. В молитвах указывается, перечисляются патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы. Зачем перечислять? Это все одно. Епископ. Диакон, пресвитер, епископ, все, другого нету. А все это священство. А с как-то батюшки стою рядом, хорошо слышно. И он перечисляет чудотворца Никола, чудотворца Пантелеймона, чудотворца. Зачем столько раз слово чудотворец говорит? Ты их занеси в одну графу, чудотворцы, двоеточие, а теперь имена их перечисляй. И он сразу это так и сделал. Вот раньше писали как? Он сказал, твердый знак. Зачем он там нужен, твердый это знак? А кто это сделал? Советская власть отбросила все. На одной только книге терялось до 17 страниц. Оно не нужно. Трактир, ре, и все. Ну, а если мягкий знак, нужно ставить. Он смягчает. Смягчает. Вот у меня, допустим, фамилия, любой возьми. Пупков, Лапкин, и в конце обязательно твердый знак. Он не нужен, его убрали. А писали-то целое столетие, и Библию так издавали. И когда спрашивают, зачем сегодня, ответить не могут. И как будто никто этого не видит. Он не нужен, твердый знак. И, наконец, его убрали. А некоторые сейчас на вывесках пишут, что к старинке относятся. Даже у нас. Христос воскрес. И воскресе. А после Христа твердый знак. Ну, то, что мы в наших силах, мы можем говорить и можем исправлять. Мы не посягаем ни на Никео Цареградский символ веры, ничего этого не делаем. Но то, что можно, как-то сделать более понятным. Ну, а почему это не сделать? Вот. Ну, все нам у нас сегодня на этом. Если Господь благословит, еще будет. По воскресеньям никогда молитвы здесь утренние не должно быть, потому что мы идем в храм. Утром и краткая молитва, когда мы приходим вечером из субботы, вечернее тоже краткое моление, мы были в храме. И, ну, то есть не просто шаблонно, стандартно. И поэтому, если Господь благословит, а то у нас завтра суббота, я начну тему покаяния. Она необходима, без покаяния нет и молитвы, и вся молитва строится на покаянии. Все на этом мы сейчас будем записывать. События дня, кто хочет, может остаться, но я перед этим выключу. Мне нужно отключить, а потом включу. Кто желает, может остаться, а нет, значит нет.